женщина. Ты должна создать дитя, которое защитит нас от самой смерти, что вышло на тропу войны. Я могу создать человека из мертвых. В древней Кабале описаны ритуалы и заклинания, способные сотворить Спасителя. Да будут преданы живому огню земля и лик человеческий. Да будет жизнь. Что ты наделала? Я сотворила голема. Когда человек пытается играть в Бога, просыпается тьма. Мой сын спас меня голыми руками. Он одолел толпу мужчин. Это не твой сын. Это безжалостный монстр. Голем связан со своим создателем, но он эволюционирует по своим законам. Милосердный Господь, мы взываем к Тебе. Спаси этого инородного ребенка. Ниспошли благодать. И увидят все люди земли, что Ты призван именем Господним. Аминь. 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 Мой Бог, яви миру свое настоящее лицо. Голем. Начало. В кино с 4 июля.